Брестский областной центр Олимпийского резерва по водным видам спорта – современный спортивно-оздоровительный комплекс международного уровня. Не раз он становился местом проведения различных профессиональных стартов. Сегодня объект посещают участники престура вторых игр стран СНГ. Водный комплекс станет одним из мест проведения спортивных стартов. Центральное ядро комплекса – плавательный бассейн длиной 50 метров. Бассейн Дворца водных видов спорта на сегодняшний момент на 90% готов к проведению вторых игр стран СНГ. Сегодня вы видите открытый Кубок Республики Беларусь. Это соревнование среди старших спортсменов. И на сегодняшний момент мы здесь отрабатываем основные нюансы, которые еще нужно подшлифовать для того, чтобы игры стран СНГ прошли на самом высоком уровне. 50 метров бассейн, зона выхода на старт, зона награждения, работа системы электронного хронометража. Мы готовы, но мы бы хотели, чтобы мы были готовы еще на оставшиеся 10% и провели игры стран СНГ на более высоком уровне. Концепция вторых игр стран СНГ предусматривает проведение спортивных мероприятий по 20 видам спорта в 11 городах разных регионов страны. Среди гостей престора представители Азербайджана, Кыргызстана, России и Китая. Сегодня нам показали это бассейн. Очень современный, профессиональный. И то, что мы посмотрели там соревнования, очень хороший объект. Впечатление общее очень хорошее от ваших объектов. И вообще у вас в Беларуси очень много спортивных объектов. Я беру и Минск, вот где мы были, и, значит, в Солигорске мы были, и, значит, и получается, вот, что здесь в Бресте, что объекты очень хорошие, очень современные. Помимо спортивных и туристических объектов, гости побывали на ведущих производственных площадках Бреста, среди которых Гефест-техника, Савушкин продукт, а также в местах культурного наследия. Обязательная точка маршрута – мемориальный комплекс «Брестская крепость», место подвига и героизма. О Бресте я знала по учебнику истории все, потому что мы все-таки, Кыргызстан входит в состав стран СНГ, то есть это наша общая история. Была одна страна, которая воевала с фашистами. А впечатление, одно дело это знать, одно дело это читать, а совсем другое дело это видеть. Здесь эти эмоции, они переживаются, и ты по-другому это воспринимаешь. Важно, что такие моменты сохраняются, что есть куда привести людей, показать, чтобы люди знали историю, какой ценой досталась победа. Меня радует то, что здесь продолжается вот этот вот процесс увековечивания памяти жертв трагических событий, памяти отважных сынов страны, которые отдали свои жизни, защищая родину. И меня действительно поразило то число, которое здесь назвали статистику, то, что 26 миллионов человек уже посетили этот комплекс, и это отрадно, что люди продолжают уделять внимание сохранению истории. Вторые игры стран СНГ пройдут в Беларуси с 4 по 14 августа. Спортсменов встретят и в Бресте. Так что стоит болеть, как и за атлетов, так и просто за отличный спорт.